Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Yumi DJ Crystal, недорогой бездрамочный смартфон с двойной камерой, пополнил ряды очередных бюджетников бездрамочных. О смартфоне Yumi DJ Crystal впервые стало известно весной 2017 года. Устройство получило бездрамочный с трех сторон дисплей под защитой 2,5D стекла Gorilla Glass, металлическую раму корпуса и стекло на задней панели, где также разместился двойной модуль камеры. Теперь производитель раскрыл стоимость гаджета и анонсировал старт продаж в магазинах партнеров. На фронтальной панели Yumi DJ Crystal расположился 5,5-дюймовый дисплей производства Sharp, который покрыт закругленным защитным стеклом Gorilla Glass 4. Производителю удалось лишить смартфон рамок с трех сторон, а вместо этого под экраном заняла полоса с пульсирующей подсветкой для уведомлений. Crystal выйдет в двух версиях. Младшая модификация оснащена 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти. Расширенная версия предположит 8-ядерный чипсет на частоте 1,5 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ накопителя. Обе модели укомплектованы защитным чехлом и пленкой на дисплее. Первые отгрузки Yumi DJ Crystal запланированы на 25 августа.